ближе к глазам, покрепче не бойсь. Там буре волна. Привет, тема серьезная. Я знаю, что погиб кот Симба. Мне очень жаль, что так произошло, но, пожалуйста, хватит говорить о том, что это сделал я. Я с другой стороны, я не мог его сбить, это не я. Я сегодня просыпаюсь и читаю просто о том, какой я урод, какая я мразь, как я должен умереть и так далее и тому подобное. За то, что я не делал. А еще самое главное, что мне пишут в комментариях везде, это то, что вот это пятно крови. Но это не пятно крови. Вот как выглядит фото без обработки. Это блик от поворотника. Это не кровь. Я не заслуживаю угроз смерти. Я не заслуживаю того, чтобы меня считали убийцей и писали мне это. Пожалуйста, если видите такие комментарии, объясните ситуацию людям, которых обманули, потому что это обман. Я не сбивал кота.